Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 16 августа 2016 года. Но вот нас не было здесь в субботу, вернее, в субботу уехали вечером, в воскресенье, понедельник нас вот не было. Но и здесь урожай огурцов и помидор нарос немножко. Вот я скоро и забегу. Будем собирать. И вот я собрал то, что было сегодня. Вот видим немножко помидор всех размеров, от мала до велика, огурцов всех цветов. И, как видим, это только начало. Ну, еще 4 ящика таких в машине с дачи загрузил. Вот такой у нас август, середина урожайного августа. Вот такие вот все кустики увешаны помидорами, многие еще вовсю цветут. И это только я начал собирать с этих кустов. И, как видим, это только самые-самые нижние кисти. Еще целых 1,5 месяца у нас, всего только месяц, как пошли первые помидоры с 20 июля. И, в общем-то, урожай у нас закрывается, съедаться не успевает. И вам также успехов, здоровья и благополучия.